В региональном аграрном ведомстве обсудили предстоящий агропромышленный форум «ДАК Агрокаспий-2024». Мероприятие пройдет 21-22 февраля в Каспийске в спорткомплексе имени Али Алиева. Агродроны, селки, тракторы, системы полива, тепличное оборудование, а еще удобрения нового поколения и семена. В течение 2 дней более 100 компаний из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья представят новейшие технологии в аграрной отрасли. Кроме того, в разделе «Корма и ветеринария» примут участие ведущие отечественные и иностранные производители комбикормов и премиксов. Интересны для посетителей будут современные IT-решения, оборудование для умных ферм, перспективные проекты по цифровизации и автоматизации в овцеводстве, птицеводстве, пчеловодстве. Организаторы мероприятия – Минсельхозпрод Республики, Ассоциация теплицы Дагестана и выставочный центр «Ростэкспотент». Приезд ведущих экспертов, производителей средств защиты и разного составляющего для агропромышленного комплекса – это, во-первых, говорит о наличии огромного потенциала у дагестанского агропрома. Это, во-вторых, заинтересованности и настроенности дагестанских аграриев работать по-новому, опираясь на лучшие инновационные агротехнологии, используя современную технику.